I'm glad to see you. Buongiorno, signore. Здорово, сталкер! Вот послушайте, мужики, и мою историю.
Залез я как-то в туннели канализационные. Думал, найду, может, что интересного. Но расчет оказался неверным, не было там нифига, кроме мусора. Время только потерял. Решил я тогда сделать привал небольшой, отдохнуть маленько. Нашел укромное местечко, рюкзак скинул, вытащил термос с кофейком и кружечку свою любимую. Уселся, да и принялся за кофепитие. Сижу, значит, потягиваю нектар души моей, никого не трогаю. И вдруг слышу, бормочет кто-то. Ни слова не разобрать, будто бредит. Я тихонько поднялся, взял калаш в руки и приготовился, а то мало ли что. Но все сразу стихло. Подождал для верности пару минут и только хотел сесть на свое место, как вижу, что кружечка моя с термосом плавно так от пола поднимаются и уплывают в глубь трубы. Глаза у меня чуть на лоб не вылезли от такого.
Дай аптечку, прошу!